Всем привет, любителям дифрага и других способов довести свою пятую точку до кипения. С вами, как всегда, Уди И Экстен. И у нас сегодня на обзоре третий раунд разбираемого нами капа. Это MG кап, который происходит в... Прямо сейчас уже люди играют четвертую карту. Мы смотрим результаты карты номер три, которая называется MG кап-жан от известного всем нам маппера Жана. Проходила она с 9 декабря по 23. Сегодня у нас 24, собственно, и записываем мы этот обзорчик. Карта изначально отличается от других тем, что это просто стрейф. То было на оружие, а здесь у нас просто беготня. Без пушек. Беготня. Да, как правило водится, я пробегусь по карте, посмотрю. О-о-о! Я, кстати, только сейчас обратил внимание, кстати, какая она здоровая. Тут потрясающие масштабы. Упади вниз, падай вниз. Падать вниз? Да, тут потрясающие масштабы. Жан хвалился. Ну, это реально классно масштаб. Слушай, она, да, действительно здоровенная. Еще что бросается в глаза? Это вот пирамидка такая. В самом начале. Ну, к сожалению, ее не использовать. Да. Ну, статуи, да, кстати, классные статуи. Здесь находятся у нас статуи. Это, видимо, боги дифрага. Увековечены здесь. А кто такими вот этими вот модельками бегал? Не знаешь, нет, пацанов? Ну, допустим, слева Трэшер. Справа. Справа Генош. Генош. Генуш, да, советские. А, советские, да. Дефраги. Советские дефрагеры. Карта из себя представляет стрейфик, то есть что здесь есть, здесь всякие вот эти вот аптечки лежат, они, в принципе, не нужны для прохождения. Дается квад, но это так, чтобы у вас просто пушечка красивенько светилась. Больше никакой смысловой нагрузки она не несет. Я думаю, что мне дропается FPS? Смотри. Так она реально здоровенная. Эта карта. Охренеть. Квад, я прошу заметить и акцентировать внимание на кваде, потому что если ты не берешь квад, твой таймер не пойдет. Да ну нахер. Отвечаю. Вот кильнись, вот прыгай мимо квада. Можно а может даже... там старт-триггер просто на прям натянут на вот эту... Нет. Старт-триггер именно на кваде. И, короче, если ты квад не берешь, вот можно встать на эту пирамидку. Блин. Не взяв квад. И, короче, да твой таймер не будет. Да, да что? Да. Я тестил это. А как? У меня не получается. Ну, это надо тонко, ювелирно прыгнуть. Я слишком жирный для этого дерьма. Ну ладно, давай посмотрим карту, а потом, если что, я попробую пару раз. Ладно, хорошо. Ну, в общем, продвигаемся дальше по карте. Здесь есть... скажем, стенкой, которую можно обойти либо слева, либо справа. И надо было тестить дорожку. Как быстрее, здесь или здесь? Здесь надо прыгать, поэтому я прыгать не буду. Я пешком, пожалуй, здесь пройдусь. Что хочется отметить, еще здесь вот пол вот такой вот он. Разного уровневый. И ты часто коленками об это бился? Нет. Ну тут от пути, от скилла, от скорости, от спейсинга будет все абсолютно зависеть, потому что вся карта вот такая вот двухуровневая. Угловатая. И тоже везде вот эти норовят эти даблджампы везде. Угу. Ну, в общем. Ты проходил без даблджампов, да? Я просто твою демку еще не видел, то есть поэтому. Ну там будет парочка. Парочка, да? Да. Карта, по сути дела, прямая, то есть можно. Ты бежишь, по сути, прямо, но можно либо бежать либо справа, либо слева. И в зависимости от того, какая у тебя скорость, какой у тебя спейсинг, ты выбираешь это направление, какое у тебя получается быстрее. То есть надо было побежать и так, посмотреть, что из них быстрее, и выбрать. Мы попадаем в еще одну огроменную комнату. Господи, какая же она огромная. Прикинь, в расстоянии вверх такая здоровая, и в расстоянии вниз такая огроменная. О! Еще! Это другие, это, короче, гоппер. Это вот, короче, Enter. Enter и гоппер, смотри. Enter и гоппер, точнее. Стоят такие. Увековечены. Здравствуйте, пацаны. Как сами? Нормально все? Здорово. Кланимся, все. По центру здесь... Сейчас, послушай, шо. Оба! С другой стороны также. Ай. Ну, в смысле, по ту сторону. Да. Здесь валяются всякие аптечки, которые... тоже не нужны. Просто для красоты. Но если вы очень жадный человек, вы можете забрать их себе. Да. Себе. Д
Дальше, если посмотреть по карте, я так понимаю, нам сюда, правильно? Что касается дизайна, если отмечать, то она, в принципе, простая. Простая, ну очень простая. Здесь стены одного цвета, такая вот просто. Еще. Главное, под готик тематику подходит, в принципе, ну, по своему общему виду. Ну, лестницы в ад. Главный критерий будет. В ад лестница. Пустоту. No! В общем, ладно. Придется немножко разогнаться, так как дальше, скорее всего, не просто не пройду. Так, какашками мне не кидаться, я играю сейчас без полосок, поэтому... Мой стрейф не очень. No! Да блин. Я так понимаю, тестить поначалу было так же тяжело, как и мне. Я напоминаю, я эту карту не играл. Поэтому... Да блин, да что? Еще ни разу... Уж и не поспоришь, к сожалению-то. Так. Я как-нибудь могу это облететь? Да. Нет, не могу. Ты мог. А, у тебя есть еще какие-нибудь такие вещи, которые ты находил на карте, которые я сейчас не заметил при первом пробеге? М? Ну тут огонь убивает. Да блин. Какой на огонь? Старте. Ну вот эти вот, если попытаться на столбы запрыгивать. Он убивает. Ну то есть я, когда роуты рассматривал разные, я думал, может, думал, за столб. Ну, да, обычно огонь же он, ну не делают его обычно таким вот. Он как, ну текстура и текстура. Обычно, насколько я помню, их делают так, чтобы их вообще насквозь проходишь. Ну да, да, даже вот так. То есть, тут что, вот... Что даже убивают. Их не замечаешь. Да почему я не могу допрыгнуть? Рукожоп. Ну вот мы можем видеть, кстати, на примере Экстена, как играли люди среднего и ниже среднего где-то вот сегмента. Это провал! Не в том смысле, что у тебя такой уровень, а в том, что они как бы постоянно так играли. Да. То есть у них постоянно была вот эта проблема, то, что они не могли набрать скорость, потому что она достаточно угловатая. И надо и крутиться, и вертеться, да и тут опыт очень пригодится. Я просто сейчас... О, есть! Я это сделал! Не падай только. Я постараюсь. Это что? Не знаю, попробуй встань. А да если я умру, я же опять сюда буду прыгать полчаса. Ну попробуй ей, потому что мне тоже интересно. Фу. Норм. Выдохнул. Карта, эта комната тоже симметрична, что слева, что справа. Такие ступенечки, что это валяется. Как это называется? Это этот... Регенерейшн. А теперь мне куда? Вниз? Вот туда. Вот туда? Да. И дырочки тоже с двух сторон. А вот это что? Это текстура. Текстура? А, это такая вот эта полоска, да? Да-да-да. Получается. Ладно. Да. И это, я так понимаю, финишная... О! Я! Пацан, коварный, я чуть в ловушку не попался. Чуть не свалился. Бронежилеты тут, я так понимаю, финиш, да? Где-то вот здесь. Ну где-то тут, да, где-то там. Где-то ну там. Пройди и что-то. Не, я не хочу записывать чекпоинты, да. А то это будет очень... Ну там финиш, да, по поводу финиш-триггера я просто не могу сказать точно. Понятно. Там сразу упада, по-моему, натянут. Понятненько. Карта простая, по сути дела, ну, в плане дизайна, в плане дорожки я не знаю ничего по этому поводу не сказать не могу. Сейчас Вуди, когда начнет показывать, как он думал, что он предпринимал в попытках поиска пути, и он расскажет. В принципе, этим и займемся. Давай, залетай на карту. Давай, залетаю я на карту, и вижу я что? А вижу я сразу, вначале я видел эти огни, которые убивают, и я сразу, в принципе, их как, отсеял. И вижу ноги модельки. То есть, в теории, можно сделать об них даблджамп, об эту ногу, и нехитрым путем забраться на голову, а с головы прыгать уже сюда, и, короче, мутить... Очень нихрена хитрый приджамп.
Но это вообще жесть. Это я видел, делал Виз, ну, бот в онлайне, который прыгает там. Он это делал, и у него, в принципе, вот он прыгал на вот этот 630 был у него. Он, по идее, этот прижамп не особо много дает, ну, Да он как про, 10 ну, юнитов по дает, факту. ну, десять Но это, 15. ну, по итогу, там это, короче, очень пригодится. Да. Эти вот, да, 30. Ну, короче, я пытался, у меня ничего не получалось. Ни разу еще не получилось нормально Я сделать. бы даже, если честно, не подумал, то, что можно об эту ногу как-то на голову залезть, приджамп найти. Что-то невероятное. Ладно, в общем, я Ну, в понял общем, это идею. бота путь. А, Далее, о. что я думал? Так как старт триггер Это квад? это сам квад, да. Можно, я думал, дай-ка я разгонюсь, не зацеплю квад и там развернусь. Я пытался, наверное, раз в 15. Не получалось. Нет, почему-то провально. Ну там очень надо подгадывать Ну да, это этот. надо и вообще тренировать, тренировать. Ну давай И по нормальным дорожкам, потому что вряд ли кто-то еще пройдет так как-то. Это. ну, тут как минимум еще потом я понял то, что тут места мало для разворота, поэтому я или ничего вообще с этого не выиграю, или даже потеряю. И потеряю даже время, что еще важнее. В общем, что мы видим тут? Развилка. На развилке можно пойти налево. Но налево, как показала потом по чекам, в общем-то, быстрее, если смотреть чеки. По сути, выходит путь длиннее и не оправдывается. Вот у меня плюс, ну, 19,6 тут стоит, плюс 500 и плюс 376. Ну, то сразу минус 200. И, вот, и саму скорость вначале особо много не развить, потому что перелетаешь просто. И здесь тоже перелетаешь. То есть это, ну, скорее всего, я так понял, что этот именно путь для ВК3, как правило. Хотя ВК3, скорее всего, тоже по правой стороне проходили. Ну, это мы все, конечно, увидим позже. Вот. Кто как проходил. Обычный путь, который, в принципе, оказался самым простым, или за таким даблджампом. Ну все, ну тут началось. Заразился, да? Ну так что по поводу дорожки-то самой? То есть ты даже не пытался проходить по левой? Нет, по леву я, короче, отсел, потому что там надо как-то хитро-хитро или начинать, или хитро там уже как-то прыгать. Я особой хитрости не люблю, особенно в стрейфе. Поэтому А какие-то особенности в других комнатах сама присутствовали? дорожка, в принципе, да. Единственное, в конце там идет как змейка, ну, по сути, змейка. Какая еще змейка? Вот она. То есть тут надо как-то и стрейфить, и не врезаться. И Мне тут знаешь, что еще приходилось. кажется? Знаешь, что еще кажется? Вот сзади тебя, сзади тебя. Вот это вот есть лесенка. И нужно набрать такую скорость, и чем ниже ты вот, с какой, сни, чем с нижней ступеньки ты сделаешь дабл джамп, не коснешься дальше ничего. То есть тебе нужно будет на скорости. Делаешь дабл джамп, летишь, не задеваешь ничего далее. Тем быстрее получится, потому что высота, с которой ты летишь, ну, верхняя высота, получается ниже, чем. Как это объяснить, я не знаю. Ну я понял тебя. Ну Короче, как бы нужно было уже самым. лететь на. Да, уже ты летишь. И тем более высота твоя ниже, получается, ты летишь с более низкой высоты. И это получается быстрее. Как-то, наверное, было так еще изворачиваться в концовке. Я только сейчас подумал об этой Ну штуке. Не концовка, знаю, да, ну поняли, о там чем я говорю особо. или нет, ну, неважно. Касаемо концовки. Ну вот единственное, тут надо было бы вертеться. И
Там, да, как ты говорил, в принципе, я лично заканчивал на ступеньках этот длинный путь. Ну и здесь без даблджампа все должно проходиться. А для того, чтобы сделать, не сделать там даблджампа, нужно развить достаточно высокую скорость, с чем, скорее всего, и встретились как бы средний сегмент, так скажем, дефраггеров. Я уверен, что большинство демок будут с даблджампа, потому что даже вроде бы более-менее быстро прыгаешь, а все равно даблджамп попадаешь. И тут надо подрезать максимально вот этот угол, когда сюда заворачиваешь, и как-то стараться набирать, чтобы сразу прыгать сюда. И там по спейсингу, в принципе, все выходит очень даже хорошо. Сейчас включу. Смотрите. Для беременных, в общем. Полосочки. Посмотрю, как оно все выглядит. Для беременных. Давай, давай уже. А, понятно, пропускал одну зону. Ну, ладно, все это, в общем, тонкости, которые нам не обязательно обозревать непосредственно в этом видео. Я думаю, давай приступим уже к просмотру демок. Да, Просто можно. особо различий в дорожках, я думаю, не будет. И больше мусолить смысла это нету. Ну, карта, да, прямолинейная по своей сути. Тут просто уже будет различаться просто спейсинг у людей. Да. Ливаем сервера, заходим в свои демочки. К началу, как вводится в ВК3, правильно? И так, секунду. Я одну вещь должен запустить, чтобы озвучивать места. Какие люди все-таки заняли. Значит, прислали 14 демок в ВК3. И 33 демки ЦПМ. 14 место. Смотри, Димонор и там, и там последнее место занял. Он, кажется, специально. Он один раз проходил карту и все, и отправлял демку. Типа, красава, все, я посмотрел. Гога перебил Димонора. Ура! Это в ЦПМ, Гагонавт. Ну да. Смотрим, 14 место, Димонор. 37-0. Он тут с даблджампами, да, с задеванием всех углов. Я вот прям, как, прям как я вот сейчас вот проходил, на ступеньки попал. Только я это еще и в ЦПМ творил только что. Зато с первого раза перелетел эту яму, которая мне не давалась. Ну, в ВК3 там, кстати, посложнее, похитрее это все, ну, это мне да. кажется. Это же ВК3. Что это было за движение, мышь? Пустите меня! Пустите на финиш. На 6 секунд быстрее Хас, это 13 место. Хас. Хас. Или Хаз. В общем, нет. Ну тут он на ступеньке-то не упал. Уже хорошо. Ну да. Тапчик. А, мне такое чувство, как будто... Ого, он не до конца долетал. А так можно было? Ну да. Видимо. Это законно? Такое чувство, как будто... Давай смотрим следующее место. Док 3. Это 12 место. Получается 30,6 секунды. О! Да, ты прав, слушай, получается, тут левая сторона, она для ВК3 была. Ну, скорее всего, я так предположил. Но я плюнул на нее, там слишком уж много не разгонишься. Uh-huh. Ни на старте, ни потом, поэтому я ее отсел. Плохо, да. Пешком так прошелся. Тем не менее, перебил. Да, там, в конце перед падением так. Медленно так прогулялся. Ага. Следующее место 27,1 на 3 секунды. Даже на 3,5. Быстрее. Дкас или Дкус. Следующая карта будет очень интересная. ПВ? Да.
там будет очень интересно. Я надеюсь. О, здесь уже в один прыжок пролетел. Красавчик. Да, здесь уже. Как он за... Ой-ой-ой, он на движении там прям потерял так чуть-чуть. Бывает такое. Ну, не знаю, может, не смог больше повторить, да. Тайм такой. Наверное. Джимоши. Еще один СССРовский дефрагер. Ага. Занимает 10-е место. Открывает десятку лидеров. Правильные слова. Открывает десятку лидеров. Да. Мы же правильно должны разговаривать. Да. Политкорректно. Я политкорректно, не обязательно. Кстати, интересно, что большинство, ну не большинство, вот пока что все выбирают такой вариант, то что просто проще упасть в эту дырку. Да, может, это пешком. И быстрейшее было. Нет, чем... нет, мне кажется, от стены можно рикошетить и залетать на скорость. Ну, не знаю, ладно. Нюк. Смотри-ка, Дельгада. У нас пока нюк. Да. Нюк. Кстати, хороший стрейф в начале. Интересно, кто это? Да, стрейф-то хороший. Да. Скорее всего, это кто-то из старичков. Опять же, выбрали путь. Концовка у него, конечно, странная получилась. Ну, удачи тут. На секу 400. На секу 300 быстрее Дельгадо. Дельгадо красавчик. Занимает восьмое место. Растет, смотри-ка, растет. Парень-то на глазах, как на дрочах. Вот по левой стороне. Неплохо. Тоже пешком в конце. Просто падал. Так проще, наверное, было, чем рикошетить от стены. То есть, ну, верняк по-любому. Да-да-да. То есть, ну, ты просто падаешь. Резко возрастает. Да. Чем рикошет от стены, поймаешь, не поймаешь. А, на 2. На 3 сотки быстрее. Майкл. 7-е место. 24.2 тайм. Всех одинаковые дорожки, все там буквально пару фреймов друг у друга выиграли. Ну не пару. Да-да, ну, по сути, это просто быстрее. Смотри, как в игре это выглядит. Там они просто слайдят зоны по стенкам. Вот там, где ты говорил этот. Да-да-да. Видел, да? Видел? Да-да. Я, конечно, не мастер в игре, но я хотя бы это заметил, что прям, ну, удобно сделано. Жан молодец. Продумал. Винтер! Занимает 6-е место. Ну, Винтер это косяк. Винтер! Вольво. На своем Вольво едет Винтер у нас по карте. Он проходил через правую стену. Угу. Ау. Ой. Он с концовкой не угадал. Он не попал просто. Так бы, возможно, было бы побыстрее. Да, даже вот видишь, не... он лишний прыг сделал. Это раз. То есть он не сразу падал, а... Ну, в общем, ну, ладно, да, это оставим на его совести. Феос 23.9. Тоже проходил по левой стене. Причем заметил, да, такие таймы вот близкие-близкие вот с 9-го места по 5-е, даже по 4-е. Такие близкие-близкие. А топ-3 такие по секундам отрывы. Охренеть. Корж! Наконец-таки нормально настроил дефраг себе. Да. Ты к третьему раунду сообразил как. Не-не, тут просто нету рокета. А, здесь нету рокета, да, чтобы было скрипт. Да, точно. 23-4. 4-е место. Наконец-то мы посмотрим на Коржа. Да.
Я могли и раньше, но просто вали демос как-то это. Как-то не козырно смотреть. Чё смотреть на читеров, да? Ну и да, надо валидные демки-то смотреть. Ну неплохо он, тем не менее, да. Обогнал даже Винтера. Феоса. Феос вообще, кстати. Феос, ты кто? Напиши нам. Эффект занимает третье место. Уже получает бронзовый кубок к себе. В копилочку 23.1. В онлайне ставился. Видел, Дэс был в списке? Да. Видел. Кверти даже было. Неплохо. Я их, правда, переименовал, они мне типа все ДФ, я не знаю, кто из них в онлайне был. Но по чату их вижу, что они онлайнеры. Вот, а, вот он от стены, да. От стены. Но нам не сравнить, что это из них было быстрее, что нет. Ну, по тайму, если только вот так видеть, что... Угу. В принципе. Смотри, кто на втором месте. На секу 200, кисель. Кисель. Братишка, старенький, кисель, я люблю твои мапы, если ты это смотришь. Особенно 13-й, да? Да. Особенно 13-й, обожаю просто. Это Кет, да, прыгает? Что, Кет? По-моему, да. Да, Кет. Или нет? Да, а нет, это же кисель? Да, это же кисель. Что-то я попутал. И на секунду целую. Быстрее Кет. Топ-1 занимает Кет в ЭКО-3 физике. Наблюдаем, как это все происходит. Какую дорожку выбрал победитель этого раунда в ЭКО-3 физике. Проходил он через право. Ну, насколько я знаю, ты уже говорил же, что он славится стрейфом в ЭКО-3. Да, он в основном играет стрейф. О, видишь, он не от стены. Это. Он падал вниз, да, но просто. Тем не менее, мне кажется, что от стены быстрее. Но, смотри-ка, я угадал, когда что кажется, левая сторона надо. Для ВК-3. Левая сторона для ВК-3, хотя бы тут я не ошибся. Ага. Переходим к более конкурентной физике. Демок здесь аж 33 штуки. Последняя... Почетное место занимает Демонор. Как в ЭКО-3, так и ЦБМ. Красавчик. Молодчик. 35.6. Знаешь, мне кажется... Что это было? Такой помотал. Не-не-не-не. Я играть это не буду. Ну он тестанул, короче. Вот как я вначале прошел, короче. Примерно одинаково. Да, хорош, Демонор, вообще молодчик. У парня багаж. С первого раза прошел это место, которым я падал раза 4. Это опыт. Опыт не пропьешь. Ага. Красавчик. Ей. Ну, в общем, переходим к более старательным ребятам, которые хоть чуть-чуть силу приложили. Да. Ну, возможно, Демонор выразил таким способом свое негодование по поводу карты, может, ему не понравилось. Может быть. Ну, хоть бы бин бы сделал, мы бы поняли, что он конкретно имел в виду. Ну да. Гогонафт 20. Смотри, кстати, внизу таблицы это тоже конкуренция большая. 23.0, да. 23.3, 23.4, 23.4. Гогонафт. Фреймы. Тоже так. Вот самое интересное, что каждому игроку в дефраге можно соревноваться, то есть нет таких, да, что да, только есть топы. Есть свой сегмент. Да? Есть свой сегмент, да. Есть кого на дуэльку вызвать. Да, ну а вызвать вон Гогу. Ну из Демонора, кстати. Только ты играешь только одной мышкой. То есть, ну, без клавиш вообще на клавиатуре. А ладно, у меня клавиш хватит на мышке. Забиндить. Стрейфы там. У меня только... Ладно, неважно. Горальдини перебил на 5 фреймов Гогонафта. По сути, одинаковое будет прохождение.
Да, просто чуть побыстрее. Надо потестить левую сторону, Смотри, возможно, мне она кажется, он быстрее просто это без типа. кнопки W решил пройти. А, нет, вот использует. Но он использует, только что-то толку нет. Ну, мы Ну, обязательно выложим для этих ребят. У нас будут гайды на канале по стрейфику, по другим разным вещам. Мы немножко объясним, как надо действовать. Как раз вот для этих да, ребят. все подробно, поэтапно распишем, так что ожидайте. 30 место. Бельзер. 23,3. Ну, здесь что могу сказать? Здесь высокий сенс сразу видно. Да-да, это я так и должен, ты скажешь про сенс в первую очередь. Ну, я просто, знаешь, я такой этот сенсодрочер немножко, поэтому. Ну, это на самом деле первое, что бросается в глаза. Это не Конечно. скилл, а сенс. А, значит, 23,0 занимает 29 место Хас. Молодец, участвовал в двух физиках. Да. Вам на каждой карте участвует в двух физиках. Да, нет, не знаю. Да, вроде бы да. Клево. Ну, нет, по Q3, по-моему, не на всех. Как-то он здесь вообще зигзагами по всей карте. Он здесь решил, да по прямой, да нет. Зачем по Да прямой? не. Надо так. Надо. Зигзагом интереснее, надо всю карту показать. Да. Он обзор делает вместе с нами, помогает. Понятно, да. На фрейм! Следующее место на фрейм фола. Смотри, охренеть. Нет, ты видишь это? А, у тебя нету! У меня нету, а где, подожди-ка. А у меня есть. Это кто? А, у меня две демки, смотри. А, короче, я расскажу, почему у меня есть эта демка, у тебя этой демки нету. А... Там Аякс сначала выложил первую версию, потом Но убрал. Ну, я читал в комментах, да. Да. Я успел скачать старую версию. В общем, ладно. Ну, значит, давай кто у нас следующий идет? Да, там у него демка-то получше есть. А, ну... 22... Это фола, да, наверное? Да, это фола. Все, понял. 22,9. ВМО. Занимает 28 место. Кстати, очень приятно, что уже на протяжении трех раундов 30 плюс демок стабильно. Это очень радует. Да. Причем подтягиваются и другие люди. Вот Кисель, допустим, в третьем раунду подъехал. Да. На втором раунде тоже подъехали пару ребят. Играют не только новички, но и старички. Да. Олдфаги атакуют. Хулиган. Хулиган, 22,8. Смотри, демок за 22 секунды, это много, между прочим. Ну да, видимо, вот он, средний уровень, скорее всего. Ну, среднестатистический, тоже зигзагами решил. Ну так удобнее. Угу. А, я понял, почему они, наверное, зигзагами прыгали. Там то место, где ты падал, они, скорее всего, если бы прыгали прямо, у них бы спейсинг из-за недостатка скорости выпадал, как у тебя было, да. Скорее всего, поэтому они так сокращали себе, удлиняли точнее. Зато не падали, зато сразу подходили. Ну, нет, извините. Я нубас, с меня что взять? Куджиможи. У меня справка есть. Да, у меня справка есть от стоматолога, что я дебил. Дебилушка, давай. 26 место, Куджимоши. Мега тоже радует. Красавчик. Отличненько. Братан из Австралии тоже участвует. Боже, какие таймы-то плотные. Ты посмотри. Да. Рико. Рико. У меня майонез стоит. Рико в холодильнике.
Может, это его? Нет. Может, это его производство? Нет, все, отстанет от человека. Вообще, нормальные люди майонез не едят. Я не ем, он у меня стоит, говорю, я не говорю, что я ему... Зачем тогда ты его купил, чтоб стоял? Ну, был, да. Ну, я же просиживаю, мало ли чё. Мало ли чё, у меня майонез есть, да? О, плюс фрейм, да, смотри. Слушай, просто, это вторая уже демка плюс фрейм, а, ну, фойла, да, там, фойла там не считается. Нет, еще там будет потом. Да? Да, и еще да, будет я... даже. Обалдеть, ну, сколько фреймовых. Я так, говорю, ну, надо, надо переименовывать кап в... Фреймкап. Фреймкап просто. Нормально. Следующий у нас идет Делгадо, на соточку быстрее. Он занял 23 место. Делгадо, проходил он через лево. Ничего. Да, кстати, он ничего так. Делгадо возвращает нам наш 2014. Угу. Он все еще в ДФВЦ играет. Ну, конфиг, кстати, может, классный. Ему никто не сказал, что сейчас как бы не ДФС. Ну ладно, это все это шутка, конечно. Ну, тут хотя бы он уже, видимо, чай приготовил. Эфиоп. На сотку быстрее. 22 место, 22 секунды. По фолу на фрейм пошел. Следующее да. место смотрю, просто там на фрейм быстрее. Да-да, там еще потом будет. Я глазками пробежался тоже. Жесть. Просто реально вот этот... Вот как плотно идут игроки. Очень классно. Мне кажется, здесь каждый уже себе это цель выбрал, и каждый пытается вот этого человека и перебить. Да-да-да, в этом-то и суть дефрага, то есть соревновательный момент, он обязательно... Запускаем следующую демочку от Фулы. Circle классный. Ну что ему могу порекомендовать? Чуть-чуть пободрее мышкой влево-вправо работать, а то полкарты просто прямо прицел был. Стеной. Да. Ну, тут уже ИСТУ на 700 перебил, закончил традицию маленьких отрывов и занимает 20 место. И тут уже все побыстрее. Вот видишь, они как бы удлиняли себе траекторию, да. В тот самый момент, чтобы не попадать на тот даблджамп. Потому что с того даблджампа уже особо не улетишь никуда. Угу. Понятненько. 19 место. Пипец. На сколько он там перебил? На 300 перебил. Ну да. Очень уж левая сторона прям понравилась игрокам. Да. Ну что, как-то кто-то такой залетает на серф, шепнул, пацаны по левой быстрее и свалил. Сам по правой в офлайне играть. Такой, ахахаха. Коварный. О, человек с старым дефрагом версии 19.10.8. Да. Точнее 1.91.08. Сейчас как бы 24-я версия в тренде. Запускаем 18 место, 24. Жесть. Я слушаю, я смотрю таблицу, ну пипец какой-то. По тайму. Ну, пипец. Да, ну неплохо, есть куда расти. А, пацаны. Знаешь, кто это был? Зеркало. Теперь меня не удивляет старая версия дефрага. Ладно.
Ну, это не он, конечно, но... Ну, В общем... просто понятно, в общем. Опса, рекомендую тебе посмотреть видео на нашем канале, которое в теоретическом дефраге первого введения, как настроить конфиг, и чтобы не было вот такого вот. Чтобы не было у тебя Undead Zerg AMT в демонейме. Ну да. На фрейм быстрее ньюби. Занимает 17 место. Таблица. О! Завернул, сохранил скорость, молодец. Да. И зачем-то, как будто нарочно не взял ред. Да, без вашего реда пройду. Да и мне и так нормально. Не надо мне здесь ваши поблажки. 16 место, NT Whirlwind. Nitro's Team. Интересно, где у них все. Вот Джудаса, кстати, видели недавно. Так вот, Judas Whirlwind. Это он? Нет. Да, ну вот NT Judas и NT Whirlwind. Ну вот, у меня ран больше беспокоит. Ран? Не знаю. Ну, и, наверное, все. Ран меня только волнует, его судьба, он что-то пропал. Ну ладно. Так, сейчас. Что-то не то, подожди. У меня одной демки нету. Какой? Стеза? Да, стеза нету демки. Могу кинуть. Да я скачаю ее сейчас, секунду. Извините, ребят, за задержку. Я тут случайненько оказалось. Сейчас демочка появится. Беларусь. Блин. Белоруссия нас тоже радует хорошими игроками. Какой косяк, а? Вот. Появилась. Запускаю. Стиза занимает 15 место. 20 лет. Хорошо, что я запомнил. В смысле, увидел. На 2 фрейма перебивает предыдущее место. Тут опять фреймы. Казалось бы, 2 не 1 фрейм, но все равно, как вот... Ну, большая такая разница. Прям вообще. Да. 14 место. 5 HY. Россия. 19. Первая демка за 19. 19,7. Тоже проходил карту зигзагами. Вообще к чертям перелетело. Это я был. Да, ну вот он уже все. Пошел скоростной. Скоростной поезд. А-ля топ-10. Так, следующий у нас идет товарищ под никнеймом Энди. 19,7 тоже с небольшим отрывом. От предыдущего места. Но тем не менее быстрее. Да, неплохой, кстати, вариант. Молодец, молодец. Да. Он начало там спейсинг немножко изменил, что я об этом даже не думал, надо бы попробовать использовать это. Молодец. Тоже, да. В принципе, ну, как мувимейкер растет и как игрок растет. 12 место, Аурум 19,0. Плюс 700 сразу, когда пропустили игроки 19 секунд, так резко. Да. Ну вот уже, в отличие от Энди, он немножко срезал в середине карты. Неплохо. Еще на 3 сотки быстрее Unshaven. 11 место. Надеюсь, удивит меня красивый демка. Что-нибудь такое прям вот
Ожидаешь Ну, уже, да? пожалуйста. Вот-вот, я вот тоже так думал, то, что там это все режется. И, скорее всего, если без даблджампа... Короче, если делать быстрее, скорее всего, по левой стороне будет лучше. Мне так кажется. Это надо тестить, но этого делать я, конечно же, не буду. Потому что карта уже прошла, и мне пофигу. Я уже наигрался. Открывает десятку лидеров в ЦПМе NT Judas. Проходил по правой стороне. Не резал прыжок, из-за этого приходилось здесь влево брать. Тоже перелетал все к чертовой бабушке. Ну, стрейф хороший. Да. Но здесь, скорее всего, будет уже с движениями все адекватно, но... дорожки будет разница. То есть где-то не дотягивали. Ребята, и получалось то, что у них там... Ты говорил, как эти даблджампы. Им все это портило дело. Девятое место. Death. Death. Восемнадцать и ноль. О, как он даже стенку не зацепил. Ого. Круто. Ну тут да, такой вариант рассматривался, кстати. Он, кажется, даже не дотронулся до нее. Там нужен какой-то ювелирный вот спейсинг, когда, ну, идешь именно на скорости, там, когда у тебя 1400-1450, и вот такой маневр, в принципе, может помочь, потому что ты пока долетишь до стенки, у тебя уже высота будет, короче, слишком низкая, и ты не успеешь от стенки завернуть в дырку. Поэтому такой вариант я, в общем-то, тоже рассматривал. Без долета не от стены, а вот так. На соточку быстрее эффект. Ровно на соточку. Ну там на 120 точнее. Ой, господи, какую модельку он выбрал. Мерзкую. Эффект, не надо так. Эффект, молодчик. Ой, фу, противная. Я тоже поставлю. Ой, фу. Господи. Как вы еще не играете этими орбами? Зачем? У меня где-то есть дымка с топовым тайм, там VR какой-то. Там орбов тоже записано. Да ну, господи. Что это за дичь и грязь? На 3 фрейма перебивает Небула. 7-е место занимает. Начало хорошее. Очень хорошее. Да, и скорости хорошо сохранил. Да. Торнер перебил. Не буду. Торнер растет, парень. Красава. На 5 фреймов. Рви, Торнер. Я просто похлопаю. Да, серьезно, это серьезное достижение. Не было ни лошок к тебе какой-то. Да. 17,8 занимает. По левой стенке. Удивительно. Тоже без в конце без стенки. Неплохо. Но опережает его Зорн. 17,7. На почти 2 соточки быстрее. Тоже по левой. Воу. Ничего. Такой резкий уход вправо был. Здесь со стеночкой. Ну да. Да. Следующее место у нас занимает 4-е. Овчаркин. 17,6. Ви значит Овчаркин. Значит Овчаркин. Да. Собаки. Тоже по левой стене. Да. Второй раз зацепил за стенку, сбросил 80 юнитов. Не фартануло.
А так бы побыстрее был бы. Да. Avenger 17,5 занимает у нас третье почетное место. Это Шроди. Такое чувство, как будто... Я так понимаю, что все в онлайне это все видели, да? Все так все одинаково как-то. Да, скорее всего. Либо очевидно как-то показалось всем, что по левой стороне это вариант быстрее. На топ-2 месте у нас Днищ, Вуди. Ты что? 17 и 184. Я буду оправдываться. Нубас. Мне Мог не и... хватило времени, я не успел просто сделать нормальный тайм. Зато на сервере со мной потягаться на комбо-карте, так это ты первый. А вот тайм Ой, да нормально на ладно. стрейфе поставить на МЖ-капе, так ты последний. Я так ты второй. Алло. Я не успел. Что поделать? Ясненько. И первое место у нас занимает Шторм. Шторм, Известный поздравляшки. ЦПМ стрейфер. Он только не только стрейф играет, но в основном. Все, кто играет онлайн, они обычно играют хорошо в стрейф. Это дано. Ого! Это что такое? Что он сделал? Он не делал нормальный CG? Да, это вот Лол, what? потому что... да, короче, Шторм вообще красава. Фига он замут сделал в начале. Шторм, молодчик вообще, ты че, вот реально классное прохождение. Его Так. бы доработать немножко, и Ага. Индер можно на топ-2 перемещать в онлайне. Так. Теперь знаешь, что мы сделаем? Мне очень интересно посмотреть все это дело в замедлении и с полосками, начиная с Эвенджера. Давай. Замедление 0,5. Угу. Запускаем. И я подрубаю полоски. Где они? Вот они. Я хочу посмотреть различия. Эвенджер делал не очень хороший Circle Jump, за это у него получалось то, что он уходит влево. Дальше почти по каждой зоне. Вот здесь накосячил чуть-чуть. Но я так понимаю, он без полосок, да? Или Скорее всего, да. не похоже, чтобы он ими пользовался. И если кому-то дичь на экране, которая сейчас появилась, удивляет, то мы потом про это расскажем, что это такое. Понятненько. Вудстер. Я. Ну, смотрим за тобой. Да. Вуди же наоборот, он делал полный circle jump, он уходил вправо, старался максимум выжить на каждой снап-зоне. Вот здесь промазал по зоне. Да, здесь такой, скорее всего, момент очень неудобный был. Надо было дорабатывать. То Да. есть, там, я думаю, там есть где у тебя дорабатывать по зонам. Есть, у меня плюс-то регулярно был. Да, там. В принципе, нормально сохранил скорости. И в конце тоже зафейлил. Блин, в конце ты вообще мог добрать еще как минимум сотку. Нуб. И теперь шторм. Он делал circle jump, вытягивал на центральную зону, из-за этого позволял спейсинг менялся, точнее, и позволяло проходить по левой стороне по очень четкой дорожке. Я не знаю, насколько это быстрее, Вуди, это быстрее твоих чеков? Но у меня было быстрее по правой, но вот именно это прохождение от именно моего, от моей демки, это быстрее. По чекпоинтам сколько плюсы? Плюс 160 самый большой чекпоинт, и в конце он запорол, получается. Как-то он, у него перед последним минус 64 и последний плюс 40. То есть он чисто в конце, грубо говоря, вытащил. В конце вытащил. Да. Ну я же тебе Ну вот сказал, эти что ты плюс там. 160, ну Я да, здесь вот. говорю, ты просто всрал концовку. Я же говорю, ну. Ладно. Покажу таблицу, как она выглядит. Имеется одна фейловая демка. Как куда же без этого? Это водичка. Как еще можно было играть на настройке, по-моему, фикс 0, либо синхронус клиент с 0.
Это вообще как? Ладно, это оставим на его совести. Так выглядят результаты. Общая таблица игроков. Но самое интересное — это распределение очков и положение в таблице. Так. Вот. В игу 3. Наблюдаем топ за 3 раунда. Лидирует у нас Кет. Эффект второй. Да, эффект второй. Винтер третий. Причем вот у этих трех ребят, у них у каждого есть шанс занять первое место. Да-да. Разрыв всего в 100 очков, грубо говоря, это позволяет бороться. Это действительно позволяет бороться. Потому что, скажем... Причем, заметь, эффект ни на одной карте не занял первое место, но он все равно еще второй. Винтер занял на одной карте первое место, но налажал... Ну, так, скажем, как налажал. Ну да ладно, честно будем говорить. Налажал на двух других. Кет занял третье, получается, четвертое место и первое место. И держится в топ-1. В ВК3 борьба такая серьезная за первое место. Переходим к ЦПМу. Ну, первый, лол. Ладно. Буди занимает второе место в третьем раунде, но благодаря первым своим картам... Ладно, благодаря читам на рокетах он как бы идет в отрыве на целых 800 очков от второго места, на котором находится ФПС Овчаркин. Далее идет у нас, замыкая тройку лидеров, Шторм. Вытащил... Вот помнишь, мы говорили, что любой тот чувак, который там во втором обзоре, что типа у них есть шансы, кто затащит типа следующую карту топ-1. Да-да-да. Вот посмотри, у него у Шторма были 270, 170 очков и 800 очков. Хлоп! На третье Хлоп место. И третий. Хлоп и третий. А, кстати, Шторм может неплохо постараться и вытеснить Овчаркина вообще на третье место, по идее. Может. Может. А если Овчаркин где-то, если еще Зорн с Овчаркиным где-то там пересекутся, удаченько так, Овчаркин еще может соскочить на четвертое, а Зорн на третье подняться. Да, может. В общем, тут все так... Странно, ты болеешь против своих. Я не болею, я рассматриваю все варианты. Ладно. Не, на самом деле, буду очень рад, если Шторм займет призовое место. Это мне будет очень приятно. Так, он уже пока в призов. Ну, борьба за второе и третье место... будет среди 5-6 даже игроков скорее. Не знаю, что-то Монтор не участвовал. Ну, Монтор что-то, да, расслабился. Да, он мог поучаствовать, между прочим. Видимо, времени не было. Он бы так-то нормально бы занял, я думаю. Он бы сейчас в топ бы влетел бы где-то на уровне Шторма с Овчаркиным был, если бы он так поиграл. Хотя бы 400 очков бы занял. Он бы где-то сейчас на третий позиции был. И Коша, кстати, не играл третий раунд. Да. Да, Коша не играл третий раунд. Много кто не играл третий раунд. Лид куда-то свалил. Лид уже пропал со второй карты. Леферк. Водичка, понятно почему. Угу. Фейлов настройки. Дмитрий зафейлил, не отправил демку. Хантер тоже только на второй раунд пришел и ушел. Да. Но появились зато Бельзер, Геральдини. Это то точно. Суммарно в ЦПМе за 3 раунда участвовал 41 человек. Кто-то в одном раунде, кто-то в двух, кто-то во всех трех. Приятно. В ВК3 всего 17 человек участвовало. Смотри, смотри, кстати, Овчаркин забил вообще на ВК3 и принялся за ЦПМ. Кстати, да, он это почуял, видимо, что, что может. Что-то неладное, да. Ну или так, да. Что еще можно сказать по поводу таблицы? Давуди как до Луны. Тем более следующая карта Рокеты. Вы все понимаете. Ну посмотрим, собственно, что будет. Да, не, может, вдруг ты налажал с Роутом? Не-е-е. Что Не-не, я сделаю умнее, я скажу, что я еще не играл, потому что я ее еще не играл. Ладно. Так что у меня... А, значит, ты еще только налажаешь с Роутом. Ну, в общем, удачи будет. Я еще только налажаю, да. Ну, удачи будет налажать с Роутом. Я хочу просто немножко интригу посеять за топ-1 ЦПМ, а то как-то неинтересно совсем.
Интрига, я думаю, будет. Да. Ну, как тем не менее, результаты за второе, третье место сейчас, по крайней мере, очень плотные. Хоть и Вуди вырвался вперед, но сейчас у меня там кошка заболеет, в подъезде застрянет, лифт сломается, в магазине перестанут водку продавать. В общем, он сейчас Куда? остальные два раунда играть не будет и нормально. И заметно будет. Ладно, шутки шутками. Всем большое спасибо. У нас целый час с вами прошел. Если есть еще, передавайте привет бабушкам, мамам в комментариях. Да, пишите комментарии, очень приятно будет почитать ваши отзывы. Может, что-то поправить, что-то исправить. Да. Ну, всем пока. Ну, всем спасибо, всем пока.